Здравствуйте, мои дорогие, это первое видео, которое я хочу записать в новом формате, при этом простое видео. Буду менять батарейку в часы. Конечно, мне понадобится мой столик. Просто только проснулся, поэтому я еще не оделся. Поэтому надеюсь, этого ни с кого не смутит. Американские часы, буду менять батарейку. Я ее искал очень давно. Это типа Swatch такой для подростков американский. Приблизительно, чтобы подходило по размеру, потому что такой нигде не можно было найти. Мне кажется, они похожи. Да. Похожи. А главное, чтобы вот эти вот часики заработали. Если честно, хотел давно увидеть, как они работают, потому что здесь стрелок много. Так, вот они пошли. Секундная стрелка пошла. Все подошло, как я и планировал. Закрыть, примерить. Цепочки, то это примерю на другую руку. Интересные такие часики. Чисто американские. Как и камеры, которые сейчас снимает. Ну что ж, надо их навести, чтобы они точно показывали. Десять сорок две, это значит где-то так, 9 10 10 30 40,
30, 40. Здесь 45, значит 42, вот 43. О, даже почти 44. Все, тик-так. Пошли часики. А что вот это за кнопочка? Непонятно, что это за кнопочка. Ничего не происходит. Если честно, я в эти часы очень давно уже хотел ставить батарейку, но все никак не получалось. Все говорили, американская батарейка, ее заменить практически аналога нету. Ну вот, я нашел похожую, она вроде стала и тикает, это хорошо, это радует. На мое удивление, стрелки идут, но тут много других стрелок, которые я не вижу, чтобы они работали. Может, я еще не разобрался в них. Ага, прикольно. Пошла большая стрелочка. Это типа таймер какой-то. Прикольный механизм. И сейчас, ну, а нижняя что делает, непонятно. Ну вот уже 45. На самом деле уже 45. Нижняя кнопка делает, кто его знает. Но верхняя запускает какой-то верхнюю кнопку, верхнюю стрелку. Прикольно. Столько стрелок. Интересно потом посмотреть, насколько они... О, понял. Нижняя кнопка запускает красненький экранчик. Один раз сработало, больше не срабатывает. Это как понимать? Ничего не понял. Наверное, кажется, я уже понял. Верхняя включает секундомер, пошла стрелочка, а нижняя она сбивает. О, теперь нижняя управляет верхней. Раз, и два, и три, и четыре. Это часы-загадка, чисто как моя камера, которая снимает. С ума сойти. Оп, подождем. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас стрелка перебежит на 10 делений. Юп. Перешагнула, и теперь я делаю сброс, и она сама переведет. И побежала, остановилась. Осталось только понять, что делает последний этот кружочек. Последний кружочек. Ничего не происходит. Просто мы русские, мы все делаем методом тыка. О,
последний кружочек может наводить, по идее. То есть я тяну кнопку один режим и могу сам управлять верхней стрелкой. Ух ты! Можно задержать, и стрелка будет крутиться. Обалдеть. Прикол. Стоп. Вот. С верхней такого не делаешь. Потом мы кнопочку назад, нажимаем верхнюю, ничего не происходит, стрелочка пошла, потом нажимаем паузу, даем выдержку 20 секунд. Часы загадка, я так и знал, в них что-то интересное. Кстати, вон написано производитель. Сейчас попробую почитать. А, сейчас стрелочка подбежит. Чик. Не подбежала. Может, она здесь должна подбежать. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, не идет. А может здесь? Как-то делали, она подбегала. Уже не помню. Вот здесь стоят два знака, мужской и женский. Это говорит о том, что часы подходят как парню, так и девушке. Прикольные часы, серьезно. Наши русские такого не замутили. Так, 10, 8, 7, 6, трик. И побежала стрелочка. Прикольно. Производитель. Где-то только что видел. Вылезли буквы. О, так и написано. Swatch. Типа Swatch. AG 1995 года. Swatch этот продается с 1925 года. Прикольно. Там механизм, конечно. Даже видим механизм. Полностью его, это вся система видна. Все эти стрелочки, сейчас вот я включу, чтобы верхняя тоже побегала. Можно даже поближе рассмотреть. Ну, я походил бы с такими часами, они прикольные. Они должны быть еще водонепроницаемые, по идее. Прикольные часы. Так. Одна минута сейчас пройдет, и я включу, чтобы стрелочка пробежала. Это будет прикольно. Так. Оп. Одна минута прошла. Я останавливаю. И поехали. Побежала стрелочка. Что, на микс-то стало, да?
Я говорю, это секундомер какой-то. Интересно такими часами побаловаться. Чисто американский вариант какой-то. Много разных надписей, красивых символики. Астрономия, виртутес, алхимия, хилл, сопли. Фишка, елки зеленые, фишка в том, что, блин, я же еще не помер. Думаешь, но это более подростковые часы, наверное, потому что вот, хотя ремешок просто кто-то обрезал. Наверное, ремешок был длиннее, значит, это не подростковые часы, если ремешок был длиннее. Так оно смотрится. Прикольно. Единственное, что вот эта вот силиконовая фигня, видно, что уже состарилась от старости своей, поменяла цвет. А так, довольно неплохие такие часики. Походим немножко в них. Счастья, удачи, любви, успеха. Встретимся в следующем ролике.